снимаю видео по просьбе подписчиков про цепи противоскольжения на нашем тракторе. Где-то у нас цепи покупные, вот, и здесь идет цепь потоньше, а на перемычках потолще цепь. Значит, она у нас поставлена наоборот. Игорек поставил вот крючок, он должен быть снутри, а снаружи должна быть вот такая растяжка. Видно, надеюсь, ее. Сейчас с той стороны посмотрим. Значит, покупал я где-то года 3 назад. Здесь вот то же самое. Ага. Значит, через интернет также заказывал, потому что у нас в Агроснаме они были, блин, больше десятки стоили. Заказал по интернету 6500, по-моему. Вот такая растяжка, она регулируется. То есть высоту она сделана с запасом. И то есть ее затягиваешь, наезжаешь на нее колесом и потом ее ставишь. Вот это, значит, на этом тракторе у нас покупные стоят. Сейчас посмотрим тот трактор. Вот, значит, на этом тракторе мы сделали самостоятельно цепи. Вот так вот, значит, они выглядят. Цепь потоньше взяли. Но она, вон она, блин, стирается, охренеть, за сезон. Но, может, Серега так буксует, но видно, что она прилично стирается. Вот растяжку также сделали. С той стороны растяжку. То есть здесь эти кольца, нахуй, делали со звена черного варь. А это какой-то сплав. Мне кажется, это не железо, не чистое железо, какой-то сплав. Простая метизная цепь. Ну вот, сезон отходила. Вот ее, блин, там маленько перепутали по размеру. Вот так натяжник здесь выглядит. Потом делали вот такими скобками. Тоже этот натяжник стягивало. Сейчас посмотрим. Снутри тоже натяжник ставили. Сейчас внутри покажу. Ну, такой метизный. Так же. А, он его вообще потерял. И через соединил, можно соединение сделать вот такое. То есть, если она по размеру подходит. Сейчас посмотрим. С той стороны. Ну, с отвалом тяжело, конечно. Без передка. Из-за этого он очень сильно буксует. И ну, вот она так сделано. Звено побольше бы, но все упирается в финансы. Вот, то есть вот эта вот стяжка метизовская, и вот она стоит вот так вот на замке. Ну, можно и болтами. Значит, вот это вот все две цепи на 80-ку нам обошлись в 4500 рублей. Значит, если брать звено побольше, значит, где-то в районе 6-6500 это все обойдется. Вот. Также я смотрел, из чего еще можно сделать. Это если есть возможность с цепей КРС. То есть они все черные, там звено побольше. Есть и кольца, как раз вот эти перемычки делать. Померяю. Сейчас. Вот этот пролет у нас 30 сантиметров, где-то чуть больше, не больше, по центрам беру. А перемычка у нас 65, это заводской размер. Эти перемычки 65, на колесе у нас все посчитали. Не заводской, а покупной размер перемычек цепи. Размер сейчас шаг цепи этой померим. Где-то получается шестерка 60, а это 50. Все.